Здорово вам всем, ребята! Кентуха на проводе, и сегодня я не один, со мной! Легенда ТикТока по имени... Есть такое, это я. Всем здоровики, рубзики! И прямо сегодня, господа, мы будем вместе с Риком по имени Фриком смотреть ТикТоки! Братик, да, ты готов? Да, я готов к этому, что нас ждет, расскажите. Смотри, ну перед тем, как мы расскажем, что ждет подписчиков, мы должны сделать небольшой подарочек от души оторвать! Уважаемые подписчики, я отрываю от души и дарим футболку? Вместе... Футболку? И дарим вам... Рик, что мы подарим подписчикам? Футболку, может быть, вот эту вот легендарную, не? Да не, футболка моя единственная. Что подарим? Блин, давай, может быть, Avenger Treasure Hunter. Не, я предлагаю, подарим бабушку Легаси. А, кстати, тоже неплохо. Чтобы получить, Рик расскажет условия. Рик, рассказывай. А, подпишитесь на мой канал, на мой телеграм. Все. Короче, братва, надо поставить лайк, подписаться, написать комментарий. И самое-самое главное, кстати, да, посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, стартуем. Поехали давай, let's go. Ну что, ладно, джентльмен, первый наш тикток, это... Я не знаю, что такое. Ладно, погнали. Какой мишка вы видели? Так, можно паузу рассмотреть? Да ё-моё, мы же не успеваем рассмотреть. Я бы присел бы. А зачем мне надо? На лицо. Осуждаю, вы что такое говорите, Кентович? Апкашевич. Тактика от Рика. Смотрим. Бросаешь. Кто-то идет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, кошелек. Хочет его подобрать. А ты тянешь за веревочку. Вот это смешно. Почему это моя бросаешь тактика? Бро, ну ты же только так играешь, правильно? Ты здоров ли, что ли? Я даже не думал, что на эту дверь можно сидеть и вот так вот сбрасывать. Хорошая тактика, кстати. Оооо! Дядь, ты под музыка СП! Ля, какой красавчик. Кстати, обратите внимание, что у Рика почти все фото на селфи сделаны. Есть такой моментик. Ай-яй-яй. Ну красавчик, ну просто красавчик. Ну, нормально, пойдет, хэштег не погано. Еще и скромный такой, ужас. Оп-оп, не живем. Так это что же не я? Привет! О, привет! Что здесь происходит? Короче, рассказываю. Это я против Рика и Абовина. Это рофли, что ли? Вы что, совсем тупые? Ну это, короче, смешные моменты. А, так это киберспорт, да? Сейнс, по-моему, играет? Да-да, это фермер создавал их. Я похож на шутку. О, смотри. Ты что, с ума сошел? Ой-ой-ой. Это бронза, не дадут в темноте сгущенки нажраться. Да блин, это постановка какая-то, не может быть такого в реальной жизни. Да может, ты чё? Вспомни, как ты играл еще вместе. Magic. Эй, слыша, он сделал, прикинь. Хэштег ебана. Симпл зашел. Симпл, сэндофи. Так это я, по-моему, играю, не? Обалдеть. Ой-ой-ой. Смотри, он зумы даже дает, прикинь. Да ладно. Как думаешь, без дрофа, если зашел бы Симпл в стендов, что бы было бы? Твои предположения. Он бы вышел, я думаю. Мне кажется, один раз его бы замочили через стенку, он бы сказал бы, не, пацаны, в такое играть точно не буду. Спасибо нам. О, смотри. Так это ж ты, по-моему, не? Кент ПК скамит с камеры, ну, дефолти. А, в тюрьме? Сразу в тюрьме? Ой-ой-ой. Братан, главное, не на бутылке. Слушай, ну давай, ладно. Я не за 0.3, я про там, не переживай. Да, за сколько? Выставлю за 117. Да, я выставлю. Ну я выставлю просто за 17! Только попробуй, я тебя реально, завтра жди сливы. Какие сливы? Вкусные будут? Таки док. Сладкие? Конечно. Понял. Если ты ее продашь, мои пацаны... Что ты понимал? Вот этот тип, это миллионер. Он примерно заработал 1050 голды на кидалове. Вот этот миллионер скамерщик, ты хочешь сказать, вот этот пятилетний ребенок? Да! Ты понимаешь, он притворяется пятилетним, на самом деле у него мозг 10-летний. На самом деле ему 20, да? Кто вы? Масляня! Давайте, мужики. Тяжелый случай. Короче, а теперь я тебе расскажу самое интересное. Видишь, вот этого типа? Этот тип испортил мне всю мою жизнь. Он ко мне приходит каждый день. Чисто бух!
бух, и бежит. Думаешь, я не знаю, так вот, если ты меня смотришь. Сейчас, я сейчас помню, как его зовут, подожди. А, Денис, Денис, еще раз ко мне придешь? Забудь про прокачанные тря, я с тобой даже здороваться не буду. Рик, скажи пару слов Денису. Денис, надеюсь, ты быстро бегаешь. А вы в курсе то, что на болтропщике уже началась битва против фараона? Поэтому самое время пополнять свой балик, потому что за каждое пополнение ты получаешь темную энергию, при помощи которого ты можешь замочить фараона. Бей фараона и получай булкоины бесплатно! Ну а 50 самых активных пользователей ежедневно будут получать 50 топовых скинов. И это не все. Братишка, прямо сейчас над моей башкой ты видишь подарок. Просто залетаешь на болтропщик, ты его вводишь, активируешь, и ты будешь в шоке от того, что там будет. Все нужные ссылочки находятся снизу. Одну пасхалочку давайте посмотрим, ребят, посмотрим, посмотрим. Так. Я ничего не читал, не знаю как вы, но я забыл буквы. Лайк плюс подписка равно большая писка. Это мы очень сильно осуждаем. Это у ТикТака же раньше было такое. Лайки, подписки. Да я не знаю, а это просто мое видео вставили ТикТаку, ТикТака консалочка. Да, да. Лайк так плюс подписка равно у Рика большая приписка. Есть такой моментик. Кто сильнее, ТикТак или Веля? Прямо сейчас мы это проверим, поэтому подписывайся, ставь лайк. Твои предположения, кто сильнее, ТикТак или Веля? Ну, предполагай. А что сильнее я, но если из них двух, то, наверное, ну, я 50 на 50. Ну, как ты думаешь, они вдвоем бы меня выиграли или нет? Вот если вдвоем бы. Ну, навряд. Да куда им? Ладно, смотрим. Поехали. Для начала ходим профиль Вели. Это Веля. Процент побед у него 58. 58. По-любому, Рома Грис бустил. Так там 60к только. Теперь находим профиль ТикТака. Ну что же, а это аккаунт ТикТака. Первый критерий это процент победы. Ой, фу, ну, 57%. Дальше КД, тут ТикТак побеждает. И самое обидное, в ММР ТикТак проигрывает. Значит, Вели сильнее. Хана, а сейчас у ТикТака вообще даже калибровку не прошел. Блин, ну так, ну басик реально. Знаешь, мне нравится комментарий. Комментарий от твоей головой. Бущенный бот. Ну если что, это я не проверю. Вам, наверное, интересно, как Кента ПК реагирует на то, что я сливаю его ножики себе за 0.03. Слушай, вот этого я не видел, кстати. Ничего себе. Поподробнее. Вот это сейчас будет. Что вы решили? Что он как-то злится. Нормально он реагирует. Нормально. Ну, чуть-чуть слева прописал, чтобы знала, как сливать. Да, иногда. Ну, чуть-чуть может позлиться. Ну и все. Ребят, со мной все хорошо. Ты быстро отходчивый, да? Правильно понимаю? Да, я не злой. Он артвечен, никто не вечен. Так это же вообще не ты, наверное, бил даже, да? Он идет за мной, смотри, сейчас будем его троллить жестко, смотри. Он сейчас через всю карту за мной будет идти, смотри. Что, покажу-то нычку? Давай, дядь, я готов рейдя на все, что будет. Предыстория. ТикТак написал, ща покажу жесткую нычку. Смотри. Мой ты маленький, мой ты сладкий, давай нычечку, тёк. Деныч, что, блин, куда он бежит? А чё он убегает от меня? Ты же остановись. А мы обратно вернули, смотри. А его просто вернулся. Да. Ладно, потом. А потом написал, ладно, потом в конце. Блин, это гениально ему. Блин, как же тебе уже дети надоели, блин. Все время рисуют граффити, портят стены. Опять ты! Эй! Блин, прикинь, как типа мне жалко своего граффити использовать. Это типа из игры, где бежит за мальчиком. Типа вот это вот, типа поезда, вот это все. А, Subway Surf. Да, Subway Surf. Бобик фас! Что тут происходит? Эй! Рех урона в стендофе. Арик, жизнь или нет? Как думаешь? Я не знаю. Вот давай посмотрим. Nobody believe in you. You lost again and again and again. The lies are cut off. But you're still looking at your dream review. Да, вроде не регистрирую, да? Есть такой моментик. А как тип смог 5-600 урона нанести? Чего? Скажи лук. Лук по лбу, стук. Павлик, скажи лук. Лук по лбу, стук. Скажи чеснок. Чеснок. А вы так не прикалывались в школе? Нет. Слышишь? Смотри, кто такой вопрос срочный. А сколько будет 301 минус 1? 275. Не, неправильно. А сколько будет 3 умножить на 100? 317? Нет! А сколько будет 299 плюс 1? Да я, ну, плохо с математикой. 15? Ладно, братик, будет 300! А! Утрах 300. Окей. Осуждаю, Кент.
Училка, вы все тупые. Смотри, ты видишь, что там написано? А, это запросы. Ты запрос на 03 поставил. Ну жиза, слушай, у кого такого не было? У меня тоже такой был, когда я пришел только стендов. Я думаю, до сих пор здесь запрос 0.3, но мало ли фортанет. Мало ли вдруг Ави Тихан еще стоит 0.3 в моменте. Ты же сказал, неплохое место. Да, но я не спрятал еще. Так, давай, время, 87, 6. Я спрятал, окей, ладно, я спрятал. Будем считать, что я спрятал. Ты же сказал... Ох, это натуре скин провалился сквозь текстуры? Так ты что, не видишь, что ли? Думаешь, фотошоп, что ли? Обалдеть. Я там в угол конкретно в этот, по-моему. Я нашел прицел, как у популярного блогера Рика. Он... О, кто-то меня назвал популярным, это же приятно. Да, ты, наверное, ошибся. Ля, что ты типа за прицел? Это, короче, приложение, кастомное приложение в Google Play. Ну мы его осуждаем, Рик, правильно, осуждаем? Нет, почему? Ему можно ставить рофли, что ли? Ну мало ли, сейчас разработчики опять скажут, дисклеймер вставлять на сервере. Не, не, можно, можно. Он реально очень читерский. Играть с таким прицелом в два раза легче обычного. Сколько стоит весь рынок стендов? О, это интересно! Поставь лайк и подпишись в конце видео, сливаю промокод на стендов. 1 800 000 примерно. Хотя, подожди, когда вышел ролик? Вышел 5-11. Ну, примерно 1 700 000. 1 800 000 голды. Проведя более чем 10 часов в игре, я смог посчитать, сколько стоит весь рынок в стендафе. И в итоге весь рынок стендов 2 стоит 1 750 000. Блин, ты прав! Обалдеть, как ты знал? У Раши шорт был. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну я так тоже всегда делаю, если честно. Выбрасывай все, что у меня есть. Она, это гений. Это гений играет. А это что? Что это? Вайя, что творит, а? Вайя. Соляночка, соляночка. Обалдеть. Кто этот воин? Это фермер. Это фермер с твинка играет. Это розыгрыш, он так не смог. Сейчас мне очень страшно. Мы летим на одной турбине. Запустил стрим, его видят только подписчики. Где он? Бомба у нас. Самолеты играют. Ты же перед смертью решил стендов поиграть. На легендах вы можете познакомиться с эксклюзивными скинами. А я видел, кстати. Нож. М9 Gold. Но у меня было тоже такое. И все это абсолютно бесплатно. Ну это уже пофиксили, сейчас же их уже нету, не? Да, да, сейчас уже не видно. Ну, кстати, это интересно было. Не скажу, что я это одобряю, просто так интересно, как выглядят некоторые скины на других ножах, например, или... А что прикольно? Ну да. О, тик-так, молодой, смотри. Какая малявочка. Так это... Знаешь, что это зира? Только если ты не знаешь эту игру, мы с тобой не о чем говорить. Это блок-пук, по-моему, да? Как-то так. Блок-страйк, любимый. Очень бубочка. Хочется выбить. Ну хотя бы какой-то любой нож, реально. Смотри, какой спокойный, адекватный. Я же не привычный видеть тик-так. Любой. Нормальный тик-так. А, господи, он, по-моему, у меня есть. Нет, нет, нет. Ребята. Вот выбили нож, вот я прям чувствовал, сегодня выбьем нож, но он у меня есть, пожалуйста. Блин, какой он адекватный, я в шоке. Такой рупор. О, это Рик Ябовин. Я бы уже давно убил. Реально Рик Ябовин. Да я бы убил уже давно. Жестко, жестко. Киберы. Я учусь сова поиграть. О! Чего? Видимо, научился. Ну, неплохо. Бери, дай голды, пожалуйста, сам знаешь. Нет. Вопрос, над которым должен задуматься каждый. Че так грубо? Скажи спасибо, что не послал. Ты для меня никто. Похоже, он расстроился, то, что его ник неправильно сказали. Оцени, сколько патронов в какте. А, ну подожди, так это нормально, ты же не знаешь, что читер обоим. Подожди, почему? Он мог просто всю обойму выстрелить, что ты сразу гонишь на нормальных челиков, возможно. Иди пострей на него. Чего там такое? Что там? А, так это же не читер. Это новый режимчик под названием привидение. Что такое? Чего насчет?
Но есть, есть такой моментик. Нифига я... А как это? Такой скиллов? А с какого опыта получили, не-не. Ой, блин, и ты скиллов? Я, кстати, не помню, надо посмотреть. Бан получили. Что это, что такое? Подождите. А он так и должен крутиться. Пинг, минус, у него пинг, минус 999. Чего, да, блин? Я такое вообще перевидел. Еще до сих пор бежит. Это что? Я надеюсь, это такое не забанят. Покинь нам этот, весь опыт стендофа после этой гадки достать. Обнуля! Блин, обомин сам возле. Я после этого прошел стендоф вообще, короче. Лови аптечку. Перехитрил по брейну. Ты, по-моему, перепутал. А что случилось? Почему не показали? На бот. Ну типа... На бот! О. Да я говорю, мне кажется, такое нереально в ММе. Ну ты уже так что прям 2 кило ножа. Ты на бронзе заходил, ты чё? Там можно и 5 делать. Обалдеть. Мне кажется, на бронзе сидят куча твинков. Типа тип какой-то легенды решил обратно легенду поднять, и он обратно бронзу типа попадется. Так они быстро поднимаются с бронзы. А бронза остается на бронзе. Ну что, будем заканчивать, Рикардо. Ну что? О, топчик видосики, кстати. Ну, почти все. Леди и джентльмен, если вы хотите еще какое-то видео, пишите в комментариях, кого позвать следующим. Также обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал, на канал Фрика Рика, подпишитесь на мой телеграмчик, потому что в телеграмчике Рикшона подарим подписчикам. АВМ Treasure Hunter? Да. Подарим АВМ Treasure Hunter Рика! А, ты ропишь? У меня нету. Не, давай лучше тогда бабочку Легаси. Ну давай, вторую бабочку Легаси. Пацаны, переходим, подписываемся в мой ТГ. Всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока. Пока. Покусики!